На конкурс дети читают стихи. Занина Арина 6 лет, Занин Захар 3 года. Поселок Кокуй Забайкальского края. Эдуард Успенский «Разгром». Мама приходит с работы, мама снимает боты. Мама проходит в дом, мама глядит кругом. Был на квартиру налет? Нет. К нам заходил бегемот? Нет. Может быть, дом не наш? Наш. Может, этаж не наш? Наш. Просто походишь, ёшка, поиграй немножко. Значит, это не обвал? Нет. Значит, слом не танцевал? Нет. Очень рада оказалась я напрасно волновалась.